Дорогие друзья, дорогие севастопольцы, крымчане, поздравляю вас с праздником, с Днем Победы! В этом году этот праздник имеет особый характер. Ровно 70 лет Крым был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. И проходит праздник на фоне абсолютно исторического события. Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией. Мы гордимся вашим мужеством, смелостью. Уважаем то, как вы через годы с уважением относится к тому, как вы через годы и через поколения пронесли любовь к Отечеству. Но и Родина-Мать открыла вам свои широкие объятия и приняла в свой дом как родных дочерей и сыновей. Мы с уважением относимся ко всем странам, ко всем народам, уважаем их законные права и интересы. Но просим, чтобы все также относились и к нашим законным интересам, включая восстановление исторической справедливости и права на самоопределение. Дорогие друзья, мы много сделали, но предстоит сделать еще больше. В ходе не праздничных, а будничных мероприятий нам нужно восстановить экономику, поднять жизненный уровень людей, сделать еще много-много полезных и нужных дел. Это непростая задача, но я уверен, что мы все это сделаем, потому что мы вместе. Обнимаю вас, дорогие мои, с праздником! Спасибо! Поздравляю!